Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про обновление под номером 17 Forza Horizon 4. В игру был добавлен новый глобальный режим под названием «Элиминатор» и 8 новых автомобилей, среди которых Alpine A110, Renault Clio V6, Renault Megane RS, Renault Clio RS16 Concept, Renault Clio RS197, Renault Megane R26R, Eliminator Mercury и Toyota Supra RZ. Теперь подробнее о новом режиме. Сам режим добавляет королевскую битву в мире Horizon 4 и включает в себя до 72 игроков. В целом это выглядит так. После поиска игроков вам дают выбрать единственный автомобиль Mini Cooper S и возможность выбрать место на карте, куда вы хотите высадиться. Ваша задача — остаться одному на этой карте. Как и в любой королевской битве, здесь есть граница, которая сужается со временем. И если остаться за ней, вас просто выкинут. Сам режим соревнования выглядит как гонки один на один. Победивший получает либо автомобиль на выбор, либо автомобиль соперника. Соответственно, с каждым уровнем автомобиль становится все лучше. Также по всей карте вы можете находить сигнальные огни. Очень здорово помогает на старте, так как там можно найти автомобиль выше рангом. В целом режим получился достаточно интересным и вносящим что-то новое в мир Horizon. Ваше мнение я хотел бы услышать в комментариях. И забыл добавить, в конце вас будет ждать финальная гонка, до которой я, конечно же, не дошел. Ну и хорошая новость для любителей Toyota, за первую игру вам дается Toyota Supra. А на этом все, друзья, извиняюсь, что выпуск получился коротким, потому что был экспромтом. Всем удачи на полях сражений и жду вашего мнения в комментариях.